Когда делаете обрезку с привитых саженцев, сейчас осенью или весной в порядке обрезка, пересадка, прививка. Значит, мне приходится, смотрите, это осенние, да? Вот так выглядят обрезанные саженцы. Они садятся, но а посадятся уже для весенней прививки. Это касается питомника. Мне приходилось, вот сейчас вы видели, как Тимоша закрывал снегом саженцы, я их пересадил месяцем раньше, перед самой зимой. Вот. Погибнуть они не могут. На абрикосы привиты персики. Видели, там Тимоша засыпал их снегом лопатой. Вот. Погибнуть они не могут никак. Поэтому я решил, что весны ждать, я их пересажу. Пересадил. Например, людей, у кого меньше квалификации, говорю, ждите весны, делайте то же самое. Выкопали, обрезали и посадили. Кое-что сейчас еще увидите. То есть, если садите осенью, обрезайте, если садите весной, обрезайте. Разговор с бывшим ученым, с продавщицей в магазине, которая продавала саженцы, вы видели в гостевой последний фильм. Вот. Ну, вот она весна. Говорю, Серега, выбирай лучшее. Ну, нечего продавать. Денег нет, продаваю прямо не, я их называю месячными или нулевиками. То есть, этой же весной от прививки. Вот привил, через месяц продавай. Вот. За полцены. Нет, стесняется, нет. А вдруг помрет. Где же украинская наглость? Нету. Опрыскивание. Будем подробно говорить. Но мне поэтапно и это самое, и то же самое дождевание. Представляете, была бы величайшая глупость, что вот это в углублении вот так вот. Помните, там канавы, там 2-2,5 метра, да? Как учили. И там плавают в воде эти же самые. Ну хорошо, яблони, эти персики. Ой, эти абрикосы. Ой, 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 ой. Так, ну кое-что пропускаю. Для меня эти гости не опасны, я с ними не воюю. Стал бы я трогать жука. Любого, кто убил бы его, я бы по рукам надавал. Вот эта земля привозная, пару тысяч, а может и 5 стоит специально. Эта земля чистая, а этот своя. Вот когда участок прикупили, начали брать тут землю. Вот эта чистейшая вода, она, как сказать, на ней процессы гниения закончились сотни лет назад. Вот она идет в горшки, понятно? Вот оно. Совсем близко, 2 метра от этого саженца. А куда-то надо втыкать. Ну, в школе здесь было картофельное поле. Что теперь, дерна не было. Тут уже другой метод. Тут уже это нагребали этим. Трава используется. Дикость была, когда я приехал в эту деревню весной 85-го. Купил участок. Вывозили всю траву, кидали на дорогу в колею. Почему? Это дикость. Потом, правда, когда появилась педагогическая литература, люди резко поумнели, этого делать не стали, зато стали деревья калечить. И погубили даже то, что было. А вот на втором плане абрикосы, видите, молодые. Вот если этим первый год идет после прививки, этим второй год. Ну, вырубил, чертовой матери, некуда садить. Представляете, вырубил. Им цены нет, их ни в одном университете нет. Бывшей дойкой я показывал. Сосны уже выросли, грибы растут. Никогда, никогда уже не, это, там не посадить ни картошку, ни морковку, ни вот этот абрикос. Никогда. Поняли? Это я спас их где-то примерно 4 или 5, а еще 10 десяток было уничтожено. Просто вырублено. А вот это я спас. Вот видите, я сделал сильнейшую обрезку. Посмотрите, приросты какие. Вот так спасают деревья. Это скошенная трава. То же самое. Святое это. Она должна скошенная оставаться на месте. Именно из-за этого 30 лет у меня сад обходится без этих самых бесконечных подкормов. Просто обходится.
Красиво было слушать. Как же так, азот? Без азота нельзя, ничего расти не будет. Азот, он не связывается с землей, нужно обязательно посредники, нужно их вырастить. Да косите вы траву, вот же это азот. Трава мне по пояс, три раза кашу, и каждым годом не убывает. Соседи вывозили траву, каждым годом уменьшалась, уменьшалась, уменьшалась. И стало так, что теперь трава там не растет. Косили в саду, вывозили корове. Ладно, своей, чужой. А, косите. Вот так. Не уменьшается плодородие, не уменьшается. Трава скошена, остается на месте. И показал бы вам еще несколько снимков, где таким слоем лежит это самое листья. Жратвы хватает всем. Червям, грибам и всем. А это посадка себе. Знаете, дикость какая, читаю. Берем, отряхиваем землю и моем корни. Еще одна дурь. Вот этот саженец, вот так вот его обрезали. Посадили на том участке. Ну, вот, где я показывал, Сергей там с лопатой стоит. Возле холмика. Патогенная зона. Вот это нормальная саженец. Вот так себе растет, никому не мешает, плодоносит. Буквально рядом вот такой вот. И не растет, и не расти не будет никогда. Быстрое цветение, скорее дать урожай. Вот. И уже нету его. А вот это вот, смотрите, насчет этого самого выщипывания. Половину надо выщипать. Одни пишут. Оставить несколько цветков для первого раза. Попробуйте угадать, какие из них, из этих цветков, да? Ну, это год спустя. Какие из этих цветков останутся, то есть дадут плоды, какие нет. Урожайчик-то пшененький. Вот, почему? Дерево молодое, ему 3 года. Вот такое вот. Или это оно, или вот это, я правда забыл. Но вопрос не принципиальный. Вот. Главное, оставьте в покое. Сколько надо, столько и даст. Лишнее сбросит, не сомневайтесь. Вот это дерево у меня. Ой, я точно, наверное, скоро закончу. Это мои друзья норильские, это самое, посадили мой саженец. И я им сказал, это редкий случай. Руки пообрываю. Даром, что она, эта дама сейчас, главврач, это самое, поликлиники. Вот. Руки пообрываю, если тронете. И вот они вот такие вот получаются. Красноярск. Моего бывшего помощника Юрия Тимошкова. Красноярск. Ну что? Могут Красноярск? Сыновья манжурца самые сладкие. Вот один. Вот чувствуете, по-настоящему сладкий. Второй самый сладкий. А это самый несладкий. Я его назначил преемником манжурца. Того. Потому что не сладкий. Полусладкий. А вот он тот манжурец. Чувствуете, размах есть этой фотографии 10 лет. А. Вот. Вот это вот технология железова. Если все делать по уму, вовремя накрыть бутылками, прививки, привитые уже. Вот, ничего не страшно. Вот он май месяц. Вот он такой есть. Вот другой снег накрыл. Даже высадить не успели, в смысле закопать. Ну и что? Это как бутылка работает. Видите, как почва. Кругом земля замерзшая, а здесь уже процесс идет. Не отстает на месяц, об этом знают все, даже серьезные люди писали. Не успеет вызреть даже, я читал, да, оказывается, 1-2 человека разбирает садоводство из этих, из остепененных. Оказывается, разбирается. Но, говорят, отстает на месяц-два, да, привать надо в мае, ага, сейчас. Это конце, это самое, это да почти зимой. Все, будем отдельно говорить. Годовалый саженец, клянусь Богом, прививка годовалая. Это когда я не жалел земли и это, и искал такие ведра. В Красноярске Тумашков искал. Вот. Первое дерево, которое меня убило, соседи. Я взял разрешение, посадил дикую уссурийскую грушу, не было места на своей территории. И 2 сеянца манжурца. И пасся. Вот. Разговор про грушу отдельный, а про абрикос он такой. Год пасся, 2 пасся. Плоды несъедобные. А 1 год прихожу туда с ведром, а она собирает, уже заканчивает. А мне ж косточки нужны. Тот же, я хвалил этого самого, как его, патриарха. Он же
в среднем через год-то плодоносит. Сумасшедший урожай, потом отдыхает. Ну, что делать? А я его сменную растил. На том плодов почти не было. Я говорю, а что вы собираете? Вы же сами сказали, несъедобный. А попробуй. Через несколько лет стал съедобный. Вначале я потерял эти семена, а потом, давай сосед резать боковые ветки, резал. Я с телевидением снимал поэтапно, пока не убил он дерево. Это была это. Страсть такая была, повышать урожайность с обрезкой. Поубивал полсада. Вот. Нет, сейчас посмотрим. Посадку мою видели, поэтому они долговечные, фактически вечные. Вот. Однолетние прививки выглядят вот так осенью, видели. Значит, хранение черенков. Вот. Очень толстая, это обязательно надо знать, очень толстая полиэтилен, потому что обычный полиэтилен пропускает и воду, и воздух. Я даже не, мыслях раньше не было, что полиэтилен пропускает воду и воздух. И внутри или гниет, или сохнет, смотря в каких условиях хранится, этот же упаковка. Полностью герметично пере это и хранение в погребе. Вот. И можно еще в холодильнике. Но сильно сухо в холодильнике. По грибах более влажно. И вот еще раз говорю, поэтому, чтобы не зависеть от влажности холодильника или погреба, что делаем? Очень толстый полиэтилен. Это очень важно. Иначе погубите, даже не заметите, как погубили. А потом поздно. Такой пустяк, а он почти никто не знает. Вот. Ну, дальше возможности маньчжурского абрикоса. Пожалуйста, черный абрикос. Пожалуйста, персик на него. Пожалуйста. Мы заканчиваем разговор про абрикосы. Значит, сливы никакие попало, а только венгер сэкономил. Вот эта фотография не моя. Кто-то где-то прочитал, что вот так вот, если галькой засыпать, мы создадим более природные условия. Ни да, ни нет. Вот. Жду дальше, чем дело у человека кончится. Сажется наверняка мои.